Иисус Христос сделал церковь и сделал хвалу, чтобы мы примирились. Мы очень разные. Я знаю, что наш стиль может быть кого-то, ну, не знаю, мы играем и рок, и рок-н-ролл, и все что угодно. Потому что вы знаете, что вся музыка от Господа. Вот когда начинают спорить там музыка от Бога или не от Бога, я всегда спрашиваю, а у вас есть какое-то образование музыкальное? Нет, а чего решили, что так? А я так решила. А может, вы не будете решать? А будем считать, что Творец всего, Господь. Аминь. И только Бог дает музыку. Но вследствие иногда религиозности сатана крадет эту музыку и пишет свои слова. И смотри, собирает стадион. А церковь возмущается. Вот они пошли туда. Да не надо возмущаться, надо просто сделать Божие и выхватывать у Господа сразу, чтобы не воровал тот, кто ворует. Потому что я всегда спрашиваю, а разве дьявол может быть музыкантом, если музыка это творчество, а творчество это Творец? Нет. Он вор, убийца, обманщик. Кто сказал? Я. Вот человек и знает. Приветствую зрителей канала «Свободный вход». Мы ведем сейчас репортаж из Цухоля, церкви в Боярке. Как называется церковь? Свет жизни. Свет ночью, представляете? Здесь проводит свое служение «Хвала 24». И сегодня дебютант на сцене в «Хвале до полуночи» был Александр Мазепа со своей группой «Мазепа Блюз Бэнд». Я вам хочу сказать, что прославление, хвала – это ну как дыхание. Ну, вот кто музыкант, он знает, это диагноз, он не может не играть. Он будет играть везде, на служении, он играть будет дома. А христианский музыкант – это еще и прославление Божие. Это как дыхание, это победа внутри, это победа над депрессией, над информационным смогом, который сейчас так много его, грязи, негатива. И мы просто ныряем в Божье присутствие и, честно, очищаемся от всего и побеждаем внутри сами себя прежде всего, ну и то, что нас окружает. Мне все христианское нравится. Мне не нравится, когда из христианства делают концерт, это да. Мне нравится, когда идет поклонение, идет искреннее из души. Я уже сегодня говорил, что профессионалы, они, да, они в консерватории, это хорошие люди, это хорошие практики музыкальные, но я хочу услышать Бога. А услышать Бога я могу только в церкви. Независимо, пусть это будет электрогитара или какой рок-команда, или пусть это будет хор просто церковный. Я слышу содержимое, а не техническую часть. Это мой диакон Виталий, он и исполняет служение что-то там с деньгами, да? Вот. Да, и еще играет. Гитарист Валерий, он такой супермузыкант, у него все, в семье все музыканты. Вот Володя, продюсерским духом внутри, очень интересный человек, который дает хорошие советы. Вот. Я могу еще сказать, что очень хороший барабанщик. Да, второй час ночи, и у меня сегодня день рождения. Я его в лесу встречаю. Но лучше так, слава Богу, чем в реанимации и без Бога. Спасибо, спасибо, слава Богу. Спасибо. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alex. Happy birthday to you. Спасибо, спасибо. Let Jesus bless you.